Меткие лучники Киргизии, России, Узбекистана, а также Южного Казахстана получают награды. В Шымкенте завершился третий международный турнир по стрельбе из лука, посвященный памяти заслуженного тренера страны Шахтая Амирбекова. В соревнованиях приняли участие 104 спортсмена. По итогам марафона, который состоял из 4 дистанций, судьи выявили чемпионов и призеров турнира. В личном первенстве у нас наиболее титулованный спортсмен из блочного лука Дитована Михаил. Он является рекордсменом мира 2011 года среди паралимпийцев и среди здоровых. Сразу две награды. Одну золотую в личном выступлении и бронзовую медаль в смешанной команде «Микс» завоевал паралимпиец из России Михаил Диктованный. В Шымкенте спортсмен с ограниченными возможностями впервые. На турнире Михаил показал самый высокий результат, побив рекорд казахстанского лидера. Впечатления такие, что я приехал с мороза, а тут тепло, хоть загорать надо для меня. А так, соревнования понравились, теплая дружеская обстановка. Я даже не ожидал, думал где-нибудь в уголочке так тихонько постреляю, просто отдохнуть. Пришлось даже еще и повоевать, побить за медальки. Впечатляющие результаты показали шымкентские лучники. Айбек Сайдиев в личном зачете на зимней дистанции 18 метров стал серебряным призером турнира. А в смешанной команде «Микс» он вместе с младшей сестрой стали обладателями золота. Мы стреляли 18+18. На одних 18 попал. Мы стреляли два раза 18+18. Это можно считать на... Знаете, только на выносливость. По идее, по программе, это должно было быть один раз. Но тут усложнили чуть-чуть. В уходящем году, по словам судей, это последние соревнования. Уже с начала 2013-го сборная Южно-Казахстанской области начнет подготовку к стартам республиканского первенства, проведение которого запланировано на февраль месяц в городе Темиртау.